здорово! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, модификация растения против рэперов. Представляешь? Ну, слушай, это очень интересно. Офигеть, как это... Слушай, это просто офигенно. Подождите немножечко, чтобы закрыть. Ладно. Это офигенно, ребят. Вот этот вот стиль. Жесть. Так, можно назад, пожалуйста, плейлист. Ачивки даже есть, story mode. Так, первая неделя. Ну, crazy, crazy Dave, безумный. Давай, идем. Во! Офигеть, это просто бомбически, друзья. Сделано, правда, вот этот вот стиль. Ну, давай посмотрим. Давай заценим. Слушай, это круто. Так. Это капец просто, смотрите, что с бойфрендом случилось. И наша подружка-зомбячка. Он выстрелил в нас! Он стреляет! Блин! Капец! Слушай, это очень крутая модификация. Только зацени это. Мы обязательно с тобой ее пройдем. Так, только проблема в том, что немного она как-то подлагивает, но ничего страшного. Не отвечает. Давай, отвечай! Отвечай давай! В общем, горошины ни в коем случае не трогаем. Ой, солнышки там! Офигеть, от подсолнухов. Все, я теперь знаю, не надо. Да блин, как я так... Вау! А это что такое было? О, тут даже стиль чисто, вот смотри, сколько у нас осталось, минута 15, и там... Это как волна зомби. Супер! Надо уже возвращаться в первую часть, на самом деле, растения против зомби. Ни хрена себе, он жару дает! Я от грохострела такого не ожидал. Да блин! Пойдет, друзья! Супер! Слушай, это шикарно! Серьезно! Так, и у нас еще одна будет. Блин, всего две песни. Это, к сожалению, альфа-версия, друзья. Даже не бетка. Так, так, что-то происходит, но мы с тобой не видим. А вот. Нифига себе, дружище. Ты прикалываешься, что ли? Не надо! Охренеть. Охренеть. А что это за отметочка красная такая? Пулемет, горохострел. Нам хана. Если один нам жару давал, то я тут сейчас не знаю, что будет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
жесть! Какая-то жвачка, я не пойму. А, она восполняет ХП! А что за волна там? Блин, я не... Что вообще там происходило? Я даже не понял, ребят. Жесть, что там произошло? Не, по идее, я так понимаю, подмога должна была к нам прийти. Зомби, все дела, это же так работает. Дружище, я Enter просто нажимаю, что ты не нажимаешься. Так, вроде бы нажалось. Давай, дружище, давай, 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 мы должны выиграть. Блин, это очень круто, это очень круто. Вот это вот механика, ребят, стиль. Так, давай, соберись, соберись, братишечка. Ой, кроссовки-то как истоптали. И кепочка помялась. Это жесть. Ай! Все, все, все. Блин, только побыстрее, дружище. Все, все, все. Enter, 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 enter. Тяжело, тяжело. Правда, тяжеловато. Зря я вообще на безумном пошел. Какого фига, блин? Ой, это моя ошибка. Это просто моя большая ошибка, ребят. Не надо было так делать, потому что, блин, ну ты понимаешь, я только вернулся, только возвращаюсь, точнее, в ФНФ. И тут бац! Сразу на безумном, дядь, да куда ты, блин? Кваса еще не выпив. Так, надо собраться, ребят. Ну, правда, надо собраться. Сейчас раскручивает барабан. Подмога-то им пришла! А вот наш. А это мозги! Я думал, что это за жвачка? Это мозги, прикинь. Я только сейчас допер. Долго допирал я. Жесть, вообще чисто, что там происходит? Офигеть. Но мы уже победили, друже. Все, они устали, наконец-то. Хоть на самом деле мне что-то как-то их жалко. Ребят, довольно, подружка. Ребят, если вам зашло, обязательно. Так, ачивка, ачивка. Жесть. Вот так вот. Мне как-то прям реально их жалко стало. Ачивки тоже вообще прям офигенно подходят сюда. На этом все. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка.